Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как избавиться от любого сорняка, от любой травы? Ну, в общем, избавиться от травы, чтобы так, чтобы она не росла никогда и чтобы ни одна поросль не росла. Здесь, конечно, промышленная химия поможет. А если в огороде, чтобы не пострадала сильно земля, чтобы у вас потом на следующий год, ну, грубо говоря, могла вырастить картошка. Здесь, конечно, обычные средства. Это идет торнадо, я вот торнадо размешиваю, ураган и, в общем, раундап все вместе и обрабатываю участок. Таким способом был уничтожен мной свинорой, ежевика, и дикая ежевика, и дикая роза. В общем, как бы неплохой вариант. Но речь пойдет сейчас о уничтожении сорняка и любой поросль и травы. В общем, на тех участках, где нам ничего не надо сажать. К примеру, нам надо обработать плитку, чтобы уничтожить там, так как трава растет с-под плитки. И есть на таких участках, где, к примеру, на кладбище, где надо уничтожить поросль акации, или на дачных участках, где поросль вам просто вишни надоела, вот вишни, сливы, ну и акации. Акации особо, поросль она растет, прям ее тяжело людям, с которыми сталкиваются, уничтожить ее. Для этого есть химия очень мощная: магнум, горгон, адювант. Но самое из этих мощных железнодорожники используют, это грейдер. Грейдер в действительности творит чудеса. Он уничтожает любые пни, любую поросль. Сорняк — это вообще для него мелочь. В общем, таким способом. Грейдер, покупайте грейдер, и вы убедитесь, что это так. В принципе, решать вам. В общем, можно и магнум взять, и гургон, но грейдер уникальный сам по себе. В общем, всем удачи, всем пока.